Все, вот я просто вот выдаю сразу же все, что у меня в голове. Я думал, хорошо, мы находимся здесь, в этой комнате. Скорее всего, мы никуда больше не пойдем, потому что это далеко нести. Ситуация такая может быть. У вас у каждого может быть это арендованное оборудование. Я предвижу вам как в комментарии, что ага, хорошо тут с этим оборудованием, любой дурак с ними. На самом деле, это оборудование чаще всего меня, наоборот, сковывает. В режиме студии это удобно, в режиме выезда это вообще неудобно. Поэтому вот если вы видели там, как работают фотографы и сами так работали, где-то на выезде ставили какие-то вот вспышки с софтбоксами, я так никогда практически не делаю, потому что для меня мобильность важнее удобства света. Вот так. И я думаю, что мы, в частности, поэтому не будем переходить в аудиторию, которая там холл, хотя там было бы красивее и более привычно, наверное, потому что большое пространство. Но предположим, что мне дали задание, я сам себе дал задание вот в этой ситуации сделать качество. И я за эти 4,5 минуты подумал, вот мне нравятся вот эти квартиры. Я не буду с собой. Нет, просто потому что сочетание костюма и портьер, если были бы они еще красные, это было вообще бы филармоническая такая, знаете, когда... как это сказать? Только здесь, да? Ну, когда человек выходит там из гримерки, да, вот он вышел в концертной одежде, вот для меня раз, я поставил себе заметочку. Можно и попробовать. Дальше. Здесь белые стены, относительно белые. Но на самом деле тон плюс-минус. Белый как экран мне не нужен. Тем более, чтобы экран использовать фотонапасть. Нужно фотонапасть?